Президент Вадим Красносельский поздравил сотрудников милиции с 28-й годовщиной со дня образования МВД и пожелал правоохранителям крепкого здоровья, оперативной удачи, самообладания и профессионального мастерства. Сотрудники правоохранительных органов – люди нелегкой и мужественной профессии, всегда на виду. Вы вносите существенный вклад в укрепление конституционных устоев и общественной безопасности. И отрадно отметить, что в ведомстве работает немало профессионалов, для которых чувство долга, справедливость и принципиальность – главные качества личности, говорится в тексте поздравительного обращения главы государства.